Дикие лошади свободно пасутся среди кустарников в австралийском национальном парке Костюшка. В стране их называют брамби, и в парке их уже более 6000. Это настолько много, что в 2016 году правительственный отчет рекомендовал уничтожить 90% их поголовья. Причина – большой вред природной среде. Лошадей завезли в Австралию в конце 18 века. Часто брамби считают угрозой природных экосистем. Однако теперь власти штата Новый Южный Уэльс планируют законодательно защитить диких лошадей в некоторых регионах снежных гор. Мы знаем, что кое-где лошади могут нанести экосистеме большой вред. Мы говорим о сбалансированном подходе. Просто в тех зонах парка диких лошадей быть не должно. Нам нужно переместить их туда, где они будут жить в гармонии с окружающей средой. Дикие лошади – часть культурного наследия Австралии. Жители Австралии хотят их защитить, потому что считают, что они одна из составляющих национальной идентичности. Впрочем, ряд ученых сомневается, что перемещение лошадей сможет защитить национальный парк. Согласно данным независимого расследования, дикие лошади угрожают более 20 видам растений и 7 видам животных парка. Это очень опасная и безответственная политика. На выполнение плана потребуются большие деньги, усугубится деградация земель. Кроме того, это будет угрожать видам, которые уже находятся под угрозой. К отстрелу диких лошадей в Австралии всегда относились неоднозначно, поскольку в местном фольклоре они занимают центральное место последние почти два столетия.